27-летняя Ксения Бородина поделилась своим отличным настроением. Телезвезда устроила забавную съемку со своей 4-летней дочерью Тионой. Ведущая шоу «Дом-2» нашла выход из положения в режиме самоизоляции. Ксения решила сконцентрироваться на домашнем хозяйстве и развлечениях с детьми. Она примерила с младшей малышкой, Тионой, интересные образы, позируя в холле своего подмосковного особняка. Бородина выбрала в качестве нарядов для себя и девочки обычные подушки. Голые мама с дочерью затянули талии широкими поясами. Светская львица обула сексуальные ботфорты из черной кожи. Тиона предпочла классические красные туфли своей родительницы. Ксения сделала забавную прическу, мальвинку, а ее дочь распустила волосы и надела на голову маску с ушками. Обе позировали с ярким макияжем на лицах. На домашке, отметила Бородина и дала понять, что речь идет о челлендже с подушками. Фанаты оценили юморную подачу контента своего кумира. Счастливая семья, абсолютно аристократичная и интеллигентная, приятно за вами наблюдать. Еще надо патчи под глаза и тарелку с вкусняшками. По крайней мере, у меня так. Фотка как картинка, оригинально. Все, пожалуй, это лучшее фото. Теша в модельной, хотя бы для развлечения, крутышка. Прикольно, восхитились они. Телезвезда также поделилась нежным видео с Тионой. Мама поинтересовалась у малышки, не хочет ли она замуж. Девочка заявила, что такого желания у нее не возникло, и она хочет жить со своей семьей. Вам тоже показалось, что когда она говорила про одиночество, грусть в глазах присутствовала. И то, что всегда хочет с нами быть, поинтересовалась Ксения. Бородина родила Тиону от бизнесмена Курбана Амарова. Они также воспитывают 10-летнюю Марусю от первого барка, ведущей с Юрием Будаговым. Ксения похвасталась голубоглазой младшей дочерью. Бородина резко ответила на критику своего недавнего отдыха в Куршевеле. Она пожаловалась на панические атаки из-за пандемии коронавируса.